Суперспособность. Завязывай шнурки, не наклоняясь. Ну, не дотрагиваясь до них, раз, они сами завязались. Это очень удобно. Почему? Ну, бутсы же постоянно, то кроссовки, то бутсы. Просто ноги в бутсы засунули, раз, сами завязались. Суперспособность. Ну, летать, наверное. Если можешь время перепрыгивать. Предвидеть ситуацию и видеть будущее. Готовить. Нет, это серьезно, в смысле. Я люблю готовить. В кино ходить, в кинотеатры. Много языков знаю, мне очень нравится выучать новые языки и общаться тоже. Знаешь. Ну, французский, английский, немецкий, русский, турецкий, испанский. Улыбаться. Космонавтом, как бы это ни банально звучало. Ну, правда. Правда космонавт? Да не задумался, только футболист. Вообще не был готов. Ну, может быть, теннисистом. Может быть. Ну, футболистом, потому что папа был моим кумиром, он тоже был футболистом, и я всегда на все игры ходил, и после игры всегда с папой вместе играл еще на поле. Но я сейчас понимаю, что для него тяжело было после игры, уставшим еще со мной там попинать чуть-чуть. Ну, я всегда хотел футболистом быть, в принципе, с самого детства. Там. Тут недавно я дарил, называется кисточка для попка. Такая, чистить попок. Это я дарил такой подарок. Песню. Мне подарили песню, друзья. Ну, на день рождения. Ну, такую в шутку там спели. Ну, прикольно получилось. Мне понравилось. Носки. Необычные были носки. Да, странные. Робот-пылесос. Я бы сфотографировался с кем-нибудь из актеров, там, скажем, с Леонардо Ди Каприо, например. Это было бы круто. Да, ни с кем, не. Марк Уолберг. С Роналдо. На камеру говорить. Ладно, можно я не буду говорить, где на теории, в какой команде. На теории было, да, тоже было. Ну, в метро, в детстве. Ну, конечно, после тренировки. Серьезно, нет, нигде, нигде так. В самолете люблю поспать. В обычных только. Теория не разница. Ну, кемарил только. Ну, у меня сейчас как? Сейчас дети смотрят, поэтому у меня сейчас там то Молния Маккуин, тачки, там Вспыш. У меня сейчас вот эти любимые пошли. Поэтому своих я уже не помню, с детства своего не помню. Ну, Шрек, наверное. Я в детстве много раз просто пересмотрел этот мультик. Нравился. Первый. Чебурашка. Человек-паук. Пошел за молоком, пришел там, приехал на машине на новой. Такого тоже не было. Нет, нет, не знаю. Сложно. Не вспомню. Ну и вещи иногда. Покупаю, а потом думаю, зачем взял. Не, наушники. У меня уже были много, но я еще купил. Так другого я... Ну, необдуманно, я не могу сказать, что я там необдуманно. В основном это вещь какая-то, может быть, там, купил, но не носишь. Да, ну как, у меня просто совесть моя настолько чиста и прозрачна, что я ее не замечаю, поэтому мне не бывает стыдно. Ну, может, где-то накосячил. Ну, конкретный эпизод не могу вспомнить. Когда на тренировке между ног получил в квадрате. Красную карточку последнюю. И не то, что стыдно, а просто такой момент, который глупейшая красная карточка, ошибка, которая там привела, можно сказать, к результату. Но за последний инцидент, наверное, с этим связан. Я один раз в своей жизни, ну как, еще был маленький довольно-таки, шел с тренировки, у меня было 5 рублей, монетка 5-рублевая.
И мимо, путь домой проходил мимо рынка. А на рынке стояли игровые аппараты вот эти раньше по 5 рублей, которые бросали. Ну, я это думаю, ну, пятерка последняя. Раз забросил, и мне 25 рублей выигрыша. Я довольный, ну, мне лет 8, наверное, было там. 25 рублей, это можно было там купить себе 3 булочки, газировки, сладкое, еще что-то. Вот это, наверное, мое везение такое прям. Ну, в детстве там, может, найду, находил там рублей 100. Это уже столько лет назад. Ну, бывало, иногда на полу нашел деньги, да. Ну, там, не знаю, копейки. Честно, не знаю, в детстве находил деньги. Лучше понимать людей. Так скажем, ну, это скорее касается, наверное, больше семьи и там детей, то есть предугадывать то, что они хотели бы, и делать это заранее, до того, как они меня попросят об этом. Футбол играть. Ну, языки знать. Иностранные. Как объяснить? Часы собирать. Мне очень интересно, да. Я люблю часы, и я сейчас тоже читал, что один бывший игрок, швейцарец, сейчас тоже где-то практику делает и смотрит, как часы собираются, разбирает, собирает, и как там весь механизм работает. И это для меня очень интересно. Я бы научился, хотел бы научиться готовить, так как я вообще не умею готовить. Конечно, вкусно готовить. И, наверное, одно из самых таких, мне кажется, вещей. Нет, если бы ты спросил любимая песня в душе, я бы понял, в караоке. Ну, и у меня разный репертуар, там, начиная от, там, не знаю, песенок детских и заканчивая там Лепсом. Я обычно люблю «Самый лучший день». Это я пою в душе обычно. Песня Озуна, такой есть певец, нравится очень. Поешь? Ну, пытаюсь, по крайней мере. У нас просто эти легионеры, бразильцы слушают в раздевалке постоянно. Так что мне тоже нравится. Знаете песню «Hey Daddy Lila»? Нет? Не, не могу. Только на караоке. «Чародейку». Высоты, наверное, да. Высоты боюсь. Как бы, вот когда там балкончик такой на довольно высоком этаже, я сильно близко к краю не подхожу. Ну, аттракционы, наверное. Которые быстрые особенно. Змеи. Там, не знаю, там в море плавают, вдруг акула приплывет. Акулу. Всегда, когда в море, я боюсь, что каждый момент откуда-то. Наверное, высота. Я бы завел енота. Ну, оно не экзотическое, но так. Конечно, говорят, с ними там много проблем, но все равно прикольно. Но он бы стирал, там таскал все, как они говорят, мобильники любят топить. Зато дома не было бы телефонов, никто бы не дозвонился. Я говорю, извините, все, енот утопил телефон, я ничего не могу сделать. Ой, не, никакой. Ну, за ними уход нужен постоянный, мне это не надо. Думаю, что змею. Да, нравится. Ну, боюсь чуть-чуть, но нравится. Красиво. Льва или тигра? Кошки есть, у меня две. Ну, одна у нас... Одна кошка Лиза, другая у нас Стеша кошка. Собаки у меня были только у родителей дома. Сейчас мы не решаемся завести собаку, но... Были разные, абсолютно разные клички и тому подобное. Последняя собака, вот сейчас, которая есть у родителей, у нее кличка Каша. Ну, Каша, вот, просто она Каша. Она вся такая лохматая, она чем-то напоминает вот тарелку с кашей. Не, у меня не будет кота и собаки, так что... Ну, собаку назвал бы Санчес, а кота Шарик. Рики. Какого-нибудь злодея, такого бандита, оторвыша, можно было. Ну, либо что-то такое, связанное с криминалом, что-то такое вот. Американские гангстеры там 40-х или вот это вот, что-то в этом роде.
Ну, не знаю, наверное, какого-нибудь там двойного шпиона там. Я бы в сериале «Бумажный дом» сыграл бы профессором. Паука человека. В Колумбии. Не знаю почему. Вот, ну, я как бы был в том полушарии, я был в Бразилии, вот мне почему-то хочется побывать в Колумбии. В Америке, не был там еще. В Южной Корее. На другом материке, наверное, в Австралии тоже было интересно, ну и в Южной Америке интересно, там другие материки. Это можно на камеру? А говорить, где закопал? Наверное, проезд на красный свет. Это было у меня. Один раз, правда. Один раз. Честно признаюсь. Кать, штраф заплатил. Сразу же, на месте. Потому что меня поймали. Тут же. Тут же меня поймали. Я не успел 100 метров проехать. Ну, превышение скорости, наверное. Я играю в Fortnite. Это для жены нельзя ей смотреть. Она по-русски не понимает, так что пусть может. Я не нарушитель закона, следую правилам. Ну, максимум там на красный проехал. Ну, Comedy Club, наверное, самое такое. Не, хотя мне больше нравится импровизация. Ну, КВН, может. Я не знаю, популярна она сейчас. Ну, я раньше смотрел Two and a Half Men. Как это по-русски? 2.5. Наверное, что было дальше в последнее время? Я личность творческая, я могу куда угодно пойти. Не знаю, вообще не знаю, даже трудно представить. Ну, скажем, если бы это не было связано со спортом вообще, то есть спорт мы отметаем полностью, я бы, наверное, не знаю, музыкантом, может, был, или каким-то художником. Мне больше нравится такое, это направление. Ну, я бы в теннисе хотел бы себя попробовать. Работал бы в банке, мне кажется. Поваром был бы. Легенда с Томом Харди. Обожаю просто. Ну, я в детстве, говорю, вот пересматривал много раз «Шрек», «Гладиатор». Нравился очень. Ну, сейчас не, сейчас что-то не. Ну, только в кинотеатр могу сходить посмотреть фильм. Одного раза достаточно. «Город воров» с Бен Эффлеком. Я думаю, мультик «Король лев». Мне кажется, его можно пересматривать несколько раз там. У меня до недавнего времени были «Тещины голубцы», прям вот фавориты, прям. Ну, тут недавно жена как бы дома готовила и там такой хороший десерт сделала домашний, что я теперь не могу выбрать между голубцами и вот этим десертом домашним. Они у меня оба на первом месте, два этих блюда. Ну, манты, фобо. Можно там бургер, пицца по настроению. Суши. Мантастик. Сложно, я всеядный, ем все. Гороховый суп. Я ем все. Говядину. Раньше я не любил пельмени. Это сейчас вроде более-менее. Прям такого нелюбимого. Я не люблю лук, перец, все, что с этим связано. Нарды. Ну, нарды, опять же, это сейчас у меня другие настольные игры, там сын тоже любит всю эту тему, поэтому мы с ним в детские гоняем, а так нарды люблю. Колонизаторы, Катан, знаешь? Нет, так не знаю. Прикольная игра. Часто играем с семьей, с друзьями. Карты. Теннис или футбол настольный? Ну, может быть, это звучит так немножко, как бы, не то, что банально, но мне почему-то представляется огромный стол, большая семья, все родственники. Ты сидишь, выключил телефон, тебе никто не звонит, тебя никто не беспокоит. Хорошая погода, и ты просто сидишь, отдыхаешь, общаешься, кушаешь.
там дети бегают вокруг, все. Вот, вот это мой идеальный отдых. Не надо ни пляжей, ни моря, ничего не надо. Большой семейный вот, ужин, посиделки, вот это по мне идеальный вообще отдых. Не обязательно прям на, ну, хотя бы вечер так отдохнуть. Ну, это обязательно куда-нибудь в солнечную страну, на море, пляж. Наверное, с друзьями, с семьей. Ну, это, ну, вот, главные вот мои критерии. Но я не люблю такой отдых активный, там, к примеру, на лыжах или еще куда-то там в горах полазить, не полежать где-нибудь там на солнышке, на самое оно. Путешествую где-то так 3-4 новых стран, не знаю, 4-5 дня в городе, потом 3-4 дня где-то на пляже, еще раз 3-4 дня новый город увидеть, потом куда-то, может быть, в горы уехать и домой. Это с семьей на пляже, родные, близкие, спокойствие.